столице Казахстана 8 часов. Всем привет, с новостями к этому часу Нурлан Искаков. На полмиллиарда тенге оштрафованы при госзакупках две дорожно-строительные компании. Рекордный темп роста цен на вторичное жилье в Казахстане начали замедляться. Проезд для детей сегодня будет бесплатным в Алматы. Почти на полмиллиарда тенге оштрафованы за сговор при госзакупках две дорожно-строительные компании. Кроме того,